В ночь на 21 декабря за Белгорода пришли две женщины. Володя идет снимать. Любовь Николаевна за двумя котятами пришли. Согнулась. Вот все вижу, они там, ну, так только контур видно. Володя там снимает. Какие-то слова говорят, там что-то наказ дают, как хотят сохранить. Сегодня не пойму, женщина то ли без платка. Интересно. Одна вот эта, без платка. О, как приучили их. Рассказывает. И Володя в дверях стоит. А руки что-то опустил. Вот Володя афиша. Осторожно, во дворе большие собаки. Вот нельзя приблизить, чтобы видно было, туманится. Ну, пошли. Коробку отдали. Так, Любовь Николаевна, заходит он ее. Все, снимает. А вон эти женщины пошли, две. Котята поплыли. И все. Котят приехали забирать. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. А, там у нас сумка есть. Нет, ему показать, показать просто, показать. Да. Чтобы вы посмотрите. Любовь Николаевна, откройте. Да выскочит сейчас. А, выскочит. Конечно. Они это... Нет, вы покажите, что они хоть живые-то. А то живые, еще... хорошие котята, вот они здесь. То есть подумать. Вот два котеночка. Это кошечка, а серенький это котик. Котик. Пушистиком я ее зову. О, так они у вас не замерзнут хоть? Да нет, мы да мы же на поедем на автобусе сейчас. А, ну так, смотрите, до автобуса тащите. Может, мы лучше не будем. Их пересадим? Давай. Не надо. Они, я не думаю, что они выбегут. Не, давайте. Лучше в коробке, я думаю. А, теплее будет. Там дырочка есть. Там есть. Дырочка есть. С той стороны, да. С той стороны, да. Ну пусть ладно так. Ага. Ну давайте прям в коробке. Давайте, может, да, лучше я вот так туда понесу просто. Так надо тогда ее держать, ну, иначе они вытащат, да, свои головки и выскочат. Хорошо. Завязку надо. Завязки-то нет у нас. Нет, нет. Сумку, а так сумку тогда они вот так перевернутся сейчас, да. Им будет неудобно. Ты же. Так же понесешь только сумку боком. Давай. Да, все. Да. Она, да, она будет держать сумку за тобой. Сумка будет держать крышку. Все. Да. Теперь они уже. Смотрите, только что будет. Хорошо, ладно. Спасибо. А вы где, в частном доме или в квартире? Нет, мы в квартире живем. Ну, они, а они приучены куда-то? Вот, вот Любовь Николаевна. Там у нас была большая коробка, и мы там газеты носили, внизу клеенка. Они входят а туда. А еще подскажите, у вас есть свои взрослые кошки? Потому что один будет жить уже с кошкой. То есть, ну не взрослая, но есть сколько месяцев. Ну взрослые у нас даже уличные есть, черные ходят. Ну то есть как бы нормально, да, как бы относится, как бы котенок нормально реагирует на взрослого? Конечно. Ну конечно, да, он же с матерью был. Они с матерью были, с матерью, да. Да. Будет только 27 декабря. Я хотел еще визиткой нашей угостить. Заходите, много полезного, знаете. Да. Сайт православный и форум на ютубе канал. Ага. Все, с Богом, Бог помочь вам. До свидания. Ну все, завязать нам. Все, слава Богу. Ну вот так вот, двоих котят забрали.
Дай-то Бог, чтоб живыми довезли. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.